Добрый час, дорогие друзья! В этом видео я покажу вам, как бесплатно зарегистрироваться в компанию InWeb24. После того, как вы получите регистрационную ссылку, вы попадете на вот такую страничку. Регистрация. Создайте свой аккаунт с нами. Проверьте сразу имя вашего рекомендателя и приступайте к заполнению очень маленькой простой анкетки. Важное условие – это заполнять данные английскими буквами. Вводите свое имя. Введите свою фамилию. И придумайте пароль. Этот пароль будет служить вам для входа в ваш личный кабинет или бэк-офис. Повторите его. Далее заполним поле «Электронная почта». Желательно вводить почтовый ящик на таких сервисах, как Яндекс или Google. Это хорошие почтовики, которые нормально доставляют почту, и она не отправляется в спам. Выберите свою страну. По умолчанию здесь стоит первая страна в списке. Выбирайте необходимую вам. В моем случае это Украина. Имя рекомендателя здесь вам не удастся поменять, потому что оно заполняется автоматически по рекомендационной ссылке, которую вы получили. И заполните обязательно имя в Скайпе, если у вас настроен логин в Скайпе, для того, чтобы ваш рекомендатель смог увидеть это имя, связаться с вами и оказать необходимую вам поддержку для того, чтобы вы быстрее освоились в личном кабинете с ресурсами компании, а также могли плодотворно и правильно развивать свой бизнес в интернете вместе с компанией InWeb24. После того, как вы завели все необходимые поля, прочитайте обязательно условия предоставления услуг. Для этого нажмите на ссылочку, и вам откроется в новом окне инструкция. Не пренебрегайте этим, почитайте, здесь есть очень важные условия, которые вы должны знать. После того, как вы прочитали, поставьте галочку «Я прочитал и принял» и введите проверочный код, приведенный на картинке. Проверьтесь правильно заполнение и нажмите кнопку «Присоединиться». После того, как вы нажали кнопку «Присоединиться», откроется страница, и вы увидите своего консультанта, его контактные данные, по которым вы сможете связаться с вашим консультантом или заказать ему обратный звонок. Нажав на эту кнопку, у вас высветится форма, где вы можете ввести свой номер телефона, Skype и заказать обратный звонок. На электронную почту вашего рекомендателя придет сообщение о том, что заказан звонок и ему нужно связаться с вами. Следующее ваше действие после регистрации – это активация партнерской программы. Это тоже бесплатно. Нажимаете в меню «Партнерам» и здесь вам предоставляют два варианта участия. Как маркетинговый партнер и как бизнес-консультант. Бизнес-консультант доступна только для тех участников, которые приобретают у компании коучинги. Как видите, условия участия гораздо интереснее, гораздо выгоднее, чем маркетингового партнера. Но даже в этом случае вы имеете доход от розничных продаж и сможете, привлекая клиентов, зарабатывать вместе с нами. Вам нужно нажать «Активировать». И после этого у вас появится панель партнера, которая находится в меню «Партнерам», панель партнеров, ваше дерево партнеров, где вы будете видеть список ваших привлеченных клиентов и реферальные ссылки, которыми вы можете пользоваться для привлечения в бизнес. С каждой такой страницы переход на покупку приносит вам
ваш кошелек доходы. На этом я заканчиваю и встретимся в других видеоуроках. Всего вам доброго, до новых встреч!